Ну, убегай. Так, вот это... Оо, нифига себе. Нормально. Вот, еще один, смотри. Оба, нормально. Все, подъели мы его. Стали большим ктулху. Так, вот этого бы подрезать как-нибудь. О, давай, подрежься, как-нибудь. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Little Big Snake. И нам открыли новый скин Озерной Ктулху, представляешь? А выбираем Озерного Ктулху и играем. Играем за Озерного Ктулху. Кушаем слизнячков. Вот еще слизнячки, смотри. Опа, ох ты, какой огромный слизняк, смотри, как он убегает. Ладно, убегай, убегай дальше. О, еда. Еда у нас есть. В смысле? О, вон, смотри, еще одна еда. Так, а у нас... ох ты, открылась, что за вкусняшки. Мы озерные ктулху. Мы любим вкусняшки. О, сколько вкусняшек, смотри. А что, этот разбился, что ли, мой друг? А? Мой друг разбился? Так, смотри, много чего кто разбился. Давай это все съедим. О, давай это все собираем. Мы озерные ктулху, ребята. И мы это все едим. Ах, этот меня будет мстить, гад. Что я съел озерного... Ой, что я озерную ктулху. И съел я вкусняшку его, его друга. И он меня будет мстить. Стопудово. О, в смысле? Алло, в кого я врезался? А, в этого малыша. Эх, я его не увидел. Я его правда не увидел. Ладно, что мы заработали? Заработали 9 ключей. Неплохо. Давай посмотрим. Открыли сундук. Отлично, золотой сундук. Так, ух ты, мы открываем новые скинчики. Ладненько, идем дальше. Ох, великая пустыня. Смотри, мы прошли. Мы идем сейчас уже в великой пустыне. Хорошо. Играем дальше. За озерного ктулху. Так, еда. Еда. Собираем еду. Аккуратненько. Тихо. Все, я знаю, что все тут голодные. Но нужно делиться с другими змейками, правильно? О! Мой озерной ктулху растет. Понемножку. О, какой-то еще, смотри. Друг. Альберта, что ли? Это Альберта? А, он со мной играет, прикинь. Альберта. Точно Альберта. Ладно, играй со мной, Альберта. За озерного ктулху. И нам нужно побольше вырасти. Сделаться большим. И мы здесь будем сейчас искать кого-нибудь... Ой-ой, врезались вот какого-то чувака. Так, срочно возрождаемся. Так, сколько мне там? 3 ключика, ладно, спасибо. Ну, мы играем дальше. Ребята, нет, не отвлекайте меня. Не отвлекайте меня открытием сундуков. О, да. Вот это я и хотел. Вот это я и хотел, ребята. Вот. Ах ты, гад, смотри. Да, быстро так, конечно, мы быстро сыграли. Угу. Возрождаемся. Ключики. Ну, давай посмотрим, что там мы откроем. А, мы не дошли еще. Ладно. Так, вот у нас... О, еда. Кушаем. Вот еще еды, куча еды. Так, все, тихо. Не надо так быстро спешить. Наешься сейчас озерной ктулху. О, видишь? Так, здесь поворачиваем аккуратненько. О! Нормально, озерной ктулху. Выросли мы быстро. О, вот еще еды. Куча еды. Давай это все собираем. Ах ты, гад! Как так? Ладно, быстренько возрождаемся. Так, сколько ключей нам дали? 6 ключей. Угу. Давай посмотрим, что там за вопросик такой. А скин песчаный змей. Офигеть, мы песчаного змея даже уже прокачиваем. Играем дальше. О, еда. Хоть ее не сильно много. Ах ты, врезался. Ребята, короче, совет такой. Нельзя ускоряться. Вот я играю вечно, я включу как ускорение, так и все. И быстро играем. Так, соберем сейчас немножечко. Здесь нектарчик небольшой. Так, где у нас тут друзья? Ребята. Давайте я с вами немножечко здесь покатаюсь, покружусь, посмотрю, что здесь есть интересного.
Так, съедим слизняков. Так, ты что слизняков не ешь, а? Вот у меня такой вот озерной ктулху. О, еда, 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 еда. О, теперь это тоже мы сейчас все подкушаем. Вот, ох ты! Отлично, отлично. Так, Жужа, иди отсюда. Вау, 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 вау. Сколько слизняков здесь, офигеть. Сразу становится, да? Так, Бабл. Ах ты, давай, давай, я тебя сейчас... Так, Бабл взорвался. Бегал, бегал от меня и взорвался. Так, что ж ты такой нескончаемый-то, а? Опа! Нормально. Так, все, тихо. Тихо, тихо, тихо. О, да! Сколько здесь всего вкусного. Сейчас мы это все подъедим. Какой уже большой у меня озерной ктулху стал, а? Так, идем дальше. А, что есть здесь интересного? Давайте наверх поднимемся. Давайте покушаем вот этих вот слизнячков. Ну, слизняков я много съел, прикинь. Там они когда умирают, столько много слизняков появляется. О, смотри, сколько друзей у меня. Хорошо. Так, они мельчешат, и я ничего не вижу. Друзья-то мои. О! Слизнячки, слизнячки. Тихо, 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 тихо. Так, Альберта, чё пугаешь? Так, пылесос этот, смотри, едет. Угу. О, вот это сейчас мы скушаем. Сколько слизняков много, они все убегают быстро. Так, где у меня голова? У меня голова стала очень медленно поворачиваться, кстати. Чем больше я становлюсь, тем башка что-то медленнее становится поворачиваться. Так, Альберта, смотри, вырос, молодец, подрос. Подрос, подрос. Так, быстренько это все мы соберем. Так, а ты что этот, Альберта, да? Он все подъедает, смотри, гад. Так, ладненько. Опа, ах ты, ё-моё. Альберта, быстрее ешь меня. Быстрее, быстрее ешь. Да, интересно. Интересно, сколько я получу? 61. Офигеть, и сколько? 12 этих самых, всего лишь 12 ключиков. Это мало. Так, опыт мне открыли. Так, дальше мы открыли. А, чуть-чуть. Ты получил новое звание рекрут. Увидеть свои результаты можно в экране рейтинга. Понятно. Новый уровень у нас 7. Спасибо. Отправляемся дальше. Нас ждет наш друг Альберта. Где Альберта? А, вот Альберта, смотри. Рядышком с нами. Возродился. Где все змеи большие? Давай искать больших змей. Так, съели мы какую-то жужу. Так, баблы. Баблы. О, есть, съели мы этого бабла. У него только нектарин. О, надо вот зелененького съесть. Давай зелененького съедим. О, есть. Хорошо. Хорошо. Так, жучки, паучки. Вот так. Давай, 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 давай. А, ладно, убегаешь. Убегаешь, ну убегай. Так, вот это... О, нифига себе. Нормально. Вот, еще один, смотри. Оба, нормально. Все, подъели мы его. Стали большим ктулху. Так, вот этого бы подрезать как-нибудь. О, давай, 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 подрежься. Подрежься как-нибудь. Нет. Ох ты, ё-моё, врезался вообще в малыша какого-то. Да, быстренько возрождаемся. Так, сколько мы получим ключиков? 6 ключиков. Хорошо. Хорошо. 6 ключиков. И откроем сундучок. А что у нас в деревянном сундучке? А. Фига себе. Кого-то мы открыли. Тут так мало. Ладно, идем дальше. Так, где наш друг Альберт? А он, наверное, тоже взорвался. Потому что я бы, по идее, возле него бы должен был возродиться. Но Альберта нету. Где Альберта, наш друг? Вот, червячки, жучки, паучки. Ай, убежал. Ой-ой-ой, врезался я в какого-то чувака. Ладно, давай его позовем в друзья. Друзья, пусть будет нашим другом. Так, хорошо. А, играть за Жужу. Давай поиграем немножечко за Жужу.
Оп, все, давай, опускайся. Опускайся, Жужа. Взлетай. Так. Все, опускайся. Кушай нектар. У нас сколько там получается? А что ты так медленно ползешь? Давай быстрее. О, может, слизня съешь? Вот, съели мы слизня. 3% у нас, ребята. 3%. Так, какая-то фигня за нами летает. Все, пиши. Так, где у нас тут нектар? Алло. Нам нужно искать нектар. Ускоряемся. О, тихо. А на воду она садится или нет? Да, она, смотри, по воде ходит. Нормально. Жужа. Давай вот здесь нектар покушаем. Потихонечку покушаем. Никого не слушаем. Мы сейчас кушаем нектар. Давай только побыстрее. 4% мы насобирали. А по воде она медленнее, да, ходит? Я так понял. Да, по воде она едет ходит медленно. Но мы собрали 5%. 5% нектара. Давай, давай, собирай нектар. Главное, чтобы на нас никто еще не напал. Так, взлетаем. О, съели мы, значит, жучка. Идем дальше. А всего лишь 10%. Это очень-очень мало. Давай, давай, давай. Подлетаем, посмотрим, что здесь есть интересного. Она вообще у нас растет или нет? Это жужа. Давай, жужечка, давай, собирай. Полетели куда-нибудь в другое место. А вон, смотри, тоже жужи летают, смотри. О! Так. Приземляйся. О, тоже, смотри, какая большая жужа. А жужи, жуж не едят, интересно? Эй, привет, чувак. О, меня раздавило, прикинь. Все, я полетел дальше. Да, вот эти баблы, они переворачивают их. Жужить их. Так, жужа, кушай. 13% всего лишь накушались мы. Мало. Надо, короче, знаешь, где летать? Где много остается таких крупного нектара. Сейчас я полетаю, посмотрю, где крупный нектар. А крупный нектар, он обычно в центре. Но мы можем вот этих кушать тоже, да? Че, мы их съели, да? Нормально. 26%? Че, реально, что ли? Это столько много дает процентов? Так, а ну-ка давай вот этого сейчас съедим, сколько посмотрим. Да, 2% дает. Так, мы будем тогда кушать вот этих штучек. А, ё-моё. Да, здесь у нас и змеи, видишь, летают. Ой, давай я кого-нибудь вот этого съем, слизничка. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. А слизняки, смотри, видишь, быстро летают. О, смотри, сколько еды здесь. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Вот здесь подъедаем. Хорошо. Подъели. Так, давай, взлетай, взлетай, взлетай. Вот сюда давай. Нет, 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 нет. Вот здесь. О, смотри, 40... 46... 49%. Прикинь, мы насобирали. О, все, взлетаем, дальше летим. Так, 50%, 54%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее. Ах, съел меня, Томас. Зачем ты меня съел, Томас? Алло. Я полчаса собирал этот нектар, летал, прыгал, собирал маленькие нектаринки, бегал, сколько времени тратил. А ты меня взял и просто съел. У тебя это добавило что-нибудь? Скажи мне. А, Томас, тебе добавило это что-то тебе интересного? Ни ключей, ничего не собрал. Играем дальше. Играем мы за Ктулху, это такое озерно. Ах, врезался. Да ну. Срочно играем еще. Врезались. Мы взяли и просто врезались. Вот, давай, аккуратненько. Ктулху, озерной ктулху. Ох, так, кушаем вот эти быстренько. О, да куда убежал, а? Алло, не убегай. О. Они, видишь, появляются, мы их едим. Опа, врезался, прикинь меня. Врезался просто так. Так, это тоже какой-то сумасшедший, смотри. Ох, ну, сумасшедшие, они и умирают быстро. А, все мои друзья погибли, прикинь. А, или один там какой-то есть. Ладно. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.